Доброго времени суток, YouTube, уважаемая психологическая комьюнити, и мы с вами находимся на сайте лаборатории психологического обеспечения в разделе «Библиотека». Как всегда, у нас здесь книги, 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 более 2000 книг. Вся информация, которая находится в этом разделе, абсолютно бесплатна. Тут книги, библиотека, которую мы рекомендуем обязательно прочитать. Здесь более 2000 книг по тематике психологии, психофизиологии, медицины и так далее, и так далее, и так далее. Книги по психиатрии, периодические некоторые издания, значит, возможность читать книги голосом, словари, МКБ-10, и благодаря одному из наших пользователей, участников нашей группы ВКонтакте, Евгений, привет тебе, он психолог, молодой человек, благодаря ему, благодаря его контенту, у нас добавилось еще небольшое обновление, так называемая математика для психологов. Это 5 книг, которые, в общем-то, закрывают все вопросы, ну, наверное, все закрыть невозможно, но основные моменты работы гуманитариев, психологов по их направлениям в области каких-то расчетов, статистических методов и так далее, эти книги позволяют закрыть. То есть по их прочтению психолог получит всю, буквально всю необходимую информацию по работе с какими-то статистическими данными, методом математической статистики. Еще раз спасибо нашему пользователю Евгению, и на этом, пожалуй, все. Благодарю за внимание и удачи вам!